Добро пожаловать на наш YouTube канал HardTestStream. В данном видео мы с вами рассмотрим, как поменять обои на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого откроем меню приложений и нажмем на пункт настройки. Затем нажмем на персонализацию и будет пункт обои. Тут можем выбрать какие-то обои. Я бы выбрал генератор обоев AI. Нажмем разрешить, принимаю. Окей. И нажмем сгенерировать. Например, впишем машина. Интеллектуально и нажмем сгенерировать. Давайте напишем на английском. Выберем фотографический и сгенерировать. Нажмем установить в качестве обоев. И как можно заметить, наши обои поменялись. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!